KPI, планирование – это такая основа бизнеса любого. Нет. То есть, ну, видишь, никогда этого не делал. Был же бизнес и без этого. У нас же не было KPI-ев. Их потом пытались навязать как-то, но косовато выходило. Ну, а как же стратегия тогда? Ты же должен понимать, где ты будешь там через какое-то время, где будет твой бизнес. Ты сел на лодку, набрал соленого мяса, много воды, какого-то рома, уксуса, пушечных ядер, пороха, и поплыл открывать Индию. А какой у тебя бизнес-план? Какой нахер бизнес-план? Вот, ну, вот объясни ветру свой бизнес-план. Вот он сегодня есть, завтра нет. Завтра буря, и тебя нет. Объясни вот природе свой бизнес-план. Расскажите Господу о своей... Покажите Господу свой бизнес-план. Все чушь собачья, абсолютно.